Он тоже тут почти как дома, у него тренер японка. Короткая программа под Beatles идет. У него рекорд такой же, как у Набунари Ода, 83 балла. Получен в этом сезоне. Как ни старался после падения Джереми Эбботт удержать внимание публики, уже это было тяжеловато. Несмотря на то, что он выкладывался на дорожках, настроение куда-то улетучилось. И все так просто в финалах Гран-при. Не все так легко. Пытался отшутиться при встрече с тренером. Не особо получилось. Сначала у него идет флип с тулупом. Все в порядке. И вот тройной аксель. Тройной аксель без выезда. Вот здесь вот он уж очень старался. И вроде казалось, что выкладывается, но уровень настроения падал и падал.
Джереми Эбботт выиграл турнир в Канаде. Был пятым на турнире в Нагано. То есть понимаете, что стабильность в этом сезоне – это не про него. 7-6 баллов. Тем не менее, он не проигрывает Томашу Вернеру. Но, конечно же, уступает двум другим фигуристам.